Так, давайте дождемся официального представления бойцов. Константин Айрих mit einem offiziellen Kampfgewicht von 103 Kilogramm und einem Kampfrekord von 28 Kämpfen, 19 Siegen, dabei 15 by the way of knockout. 35 лет Константину Айриху, ebenfalls aus Hamburg, опытный Deutschland, боец, mit einem offiziellen Kampfgewicht von 109,5 и Кристиан Хаммер, 109,5 килограммов вес, 1,90 рост, 25 лет, он из Гамбурга, ну, выступает, по крайней мере, за этот город сейчас, точнее, даже нет, не выступает, а живет там и тренируется. Так-то мы видим, что он представляет свою родную Румынию, и это очень здорово. Арнольд Гойга, Юрген Лангош и Хойгер Виман, супервайзер Райнер Ханиш. And when the bell rings, the referee in charge of the action is Mr. Oliver Bryan. Оливер Брайан, рефери в ринге. Именно он собирает бойцов в центре для того, чтобы раздать им последние указания. Видно, что немножечко покрупнее Кристиан Хаммер. Heavyweight fight über 10 Runden. Seconds out. Ring frei. Runde 1. 10 раундов боя в тяжелом весе между Константином Айрихом и Кристианом Хаммером. Поединки, напомню, проходят в Берлине, в Universum Hall. Давайте смотреть. Бойцы сразу же начинают торговать джебом. Хаммер также проверяет туловище. Хорошо по печени пробивает Хаммер. Ну, Хаммер, кстати, это не настоящая фамилия Кристиана, как вы понимаете, творческий псевдоним. Бойцы пока присматриваются друг к другу, не спешат рисковать. Вот хороший левый боковой навстречу от Хаммера. Из 15 побед 10 нокаутов у него. В предыдущем поединке Кристиан Хаммер победил Кевина Джонсона единогласным решением судей. Им был бит Лей Хадсон в 7-м раунде нокаутом. Задел чемпион Европы CWBO. И тогда, кстати, Кристиан Хаммер отстаивал звание это. До этого был повержен Алексей Мазыкин. И Дэнни Уильямс также проигрывал Кристиану Хаммеру в поединке за вакантный титул чемпиона Европы, о котором я уже рассказывал. Причем техническим нокаутом в 4-м раунде проиграл Дэнни Уильямс. Хорошо, потихонечку начинает пристреливаться Хаммер. Айриху необходимо закрывать и прерывать затянувшуюся серию поражений. Но что-то мне подсказывает, что сделать ему это будет крайне непросто. И получает сейчас Айрих жесткий правый прямой. Повыше Хаммер здорово пользуется своими природными данными. Первый раунд позади. Но постепенно начинает нащупывать свою дистанцию Кристиан Хаммер. Несколько попаданий в его исполнении мы увидели.
Вообще, конечно, как вы знаете, тяжелый вес сейчас находится в таком критическом состоянии. Я имею в виду бокс, конечно же, потому что, например, в кикбоксинге хороших бойцов, хоть отбавляй, в ММА тоже хватает, особенно в ведущих промоушенах. Ну, а вот бокс как-то пока в этом смысле отстает, к огромному сожалению, потому что Виталий Кличко ушел, Владимир Кличко скоро очень биться с Алексом Леопай. Кстати, касаемо Алекса Леопая, надо отметить, что этот боец имеет непосредственное отношение к спортсменам, которые сейчас на ринге находятся. Очень скоро Владимиру Кличко предстоит защищать свой титул от притязания австралийского бойца. Ну, что тут можно сказать? Ставки 1 к 20, наверное. Может быть, к 30 даже. Где-то там все гуляет Тайсон Фьюри, который обещает избить всех. Причем в самых нелицеприятных выражениях. Для начала обещает разобраться в матче-реванше с Дериком Чесорой, который не так давно победу одержал, кстати. Ну, а так, в общем и целом. Вот, неплохо, неплохо. Не безинтересное развитие событий. Попадает левый боковой Константин Айрих. И правый боковой доносит до цели. Пытается держать соперника на дистанции Хаммер. Хороший удар по туловищу. Почувствовал его Айрих. Но в большей степени, конечно, почувствовал Айрих удар по печени. Вот здесь, мне думается, низковато бьет Хаммер. Хотя рефери там рядом, и он все видит. И уж, конечно, наверное, он бы обратил на это внимание, если бы действительно Хаммер нарушал правила. Левый боковой на выходе из клинча хорошо пробивает Айрих. Еще раз по печени. Видим, что уже привязал фактически правую руку к туловищу оппонента Кристиан Хаммер. Но Константин Айрих по-прежнему свеж и бодр и весел. Выпадает капа. Взаимных ошибок пока что в крайне высоко, но это супертяжи, я думаю, от них если говорить о перспективах Томпсону, достаточно неожиданно раздельным решением судей, а вот ветеран по прозвищу Тигр продолжает свое восхождение. Убрал он с дороги дважды тоже очень горячего проспекта Дэвида Прайса абсолютно неожиданно, и разобрался он с Атлантиром Солисом, по сути, закончив карьеру последнего. Третий раунд готовится к старту. Пока что мы видим достаточно равные шансы на успех, в силу того, что Айрих сам попадал во втором раунде. По туловищу вновь Хаммер проверяет.
ритме, очень высокий темп. Удивительно, что болельщики до сих пор не начали гудеть, не стали подгонять боксеров, но вот первая спина. Бежит буквально вперед Константин Арих для того, чтобы завязать соперника в клинче. Оригинально. Давненько не демонстрировал нам свой удар слева Кристиан Хаммер, как по туловищу, так и в голову. Какая-то одинокая болельщица пытается завести толпу, но пока безуспешно. Но благо, что и бой соответствующий. Передней рукой в основном работает Хаммер. Константин Айрих уповает на силовые размашистые удары, но летят они слишком далеко от головы Хаммера, поэтому, наверное, румынскому немцу здесь опасаться особенно не стоит. А вот на выходе из клинча, да, бывает, попадает Айрих. Снова очень здорово бьет по печени Хаммер, но показывает рефери, что низковатый. Я согласен здесь с рефери. И еще один раунд позади. Мы видим, пока судьи также несколько разочарованы происходящим в ринге. Но, с другой стороны, чему радоваться? Редкие вылазки обоих спортсменов в атаку, разумеется, не могут доставлять удовольствие болельщикам, зрителям, нам с вами, уважаемые друзья. Хотелось бы более активных действий. Но, может быть, берегут силы на следующие раунды спортсменов. Раунд четвертый. Начинает этот раунд с работы левой рукой Хаммер. Для того, чтобы попробовать пробить правый боковой. Но был готов к такому удару Айрих. Константин, пожалуй, пока занимает такое положение более разведывательное, что ли. То есть он поддавливает все время, ищет свой момент для входа, наносит очень мало ударов, но при всем при этом старается в каждый из них вложиться для того, чтобы наверняка нокаутировать соперника. Даже болельщики как-то приумолкли. Уже у них, видимо, нет моральных сил. Поскальзывается Константин Айрих. Моральных сил нет у них для того, чтобы поддерживать.
боксеров, которые сами, как мы видим, особо драться не рвутся. Так, очень осторожный бой. Вот разве что сейчас очень неплохой правый боковой наносит Кристиан Хаммер. Надо бы еще раз так. И по печени снова. Но опять низковато. По-прежнему здесь защита преобладает над нападением. Очень много ударов идут мимо цели. Неплохо по туловищу соперника Арих обработал. Но на этом и остановился. Правой-левой хотел использовать комбинацию Хаммер. Практически получилось. И еще один раунд позади. Видимо, еще раз на повторе, как работали спортсмены. Но работой пока назвать это можно весьма отдаленно, но тем не менее. Second out. Ring free. Завершен перерыв. Удивительно, да, вот если говорить о немецких боксерах и о тех, кто представляет Германию, вот чистых истинных арийцев я уже сейчас даже, наверное, и не вспомню. Потому что уже сегодня были произнесены фамилии Солис, ну, собственно, сам Айрих, который является выходцем из Казахстана, румын Кристиан Хаммер, Марко Хук, Фират Арслан, Артур Абрахам, Джек Кулкай. Все это бойцы из Германии, но при всем при этом Германия, они имеют отношение такое весьма опосредованное. Проходят удары по туловищу Кристиана Хаммера. Надо это преимущество реализовывать каким-то образом. Хорошо действует Кристиан Хаммер после своих силовых ударов. Не застаивается. Тут же он делает нырок или уход. Побольше попадает Кристиан Хаммер, ну как, относительно побольше, конечно. Но Константин Арих также пытается вернуть то, что пропустил. И выпадает капа в очередной раз у Константина Ариха. Поддавливает Арих, попытался войти, но все удары опять мимо денег. 30 секунд до завершения пятого раунда.
Неплохо встречает здесь на опережение Константин Айрих. Завершен пятый раунд. Но на самом деле, если говорить о тяжелом весе, то нам всем, безусловно, интересна судьба Александра Поветкина. Как в итоге она сложится. Состоится ли бой с кубинцем Ортисом, или вроде уже появилась информация, что нет. Также появилось достаточно интересное интервью бывшего чемпиона мира по версии IBF, по-моему, в среднем весе Романа Кармазина, который сказал, что Поветкину не нужен супертяжелый вес, а он будет себя прекрасно чувствовать и первом тяжелом весе. Seconds out, ring fly, round six. Итак, шестой раунд. Константин Айрих поддавливает. Отвечает двойками своими Хаммер. Несколько раз они у него прошли. Вновь пробивает четко по туловищу, прям под локоть. Кристиан Хаммер все правильно делает, надо вот так почаще ему работать. В конечном итоге удар по корпусу скажется. Сложно здесь пока что-то рассказывать, уважаемые друзья, согласитесь. Довольно однообразная работа, без чего бы то ни было выдающегося. Вот этот бой надо было, наверное, ставить в самое начало, несмотря на то, что это бой тяжеловесов, да, самая престижная весовая категория. Но все-таки предыдущие поединки были гораздо интереснее, согласитесь, особенно первый, да и второй тоже был неплох. Ну, а пока что вот эти большие парни нас каким-то экскрометным боксом порадовать не могут, к сожалению. Попадает ниже пояса Айрих, извиняется. На передней руке хорошо держит Хаммер своего соперника. Бьет левые боковые, прямые. Правый снизу попадает Хаммер. И еще один раунд позади за номером 6, насколько я помню. Уже, если честно, сбился. И если все будет так продолжаться, то у судей будет довольно тяжелая задача для того, чтобы выявить победителя. Хотя все-таки, мне кажется, с небольшим преимуществом здесь ведет именно Кристиан Хаммер. Хотя и Константин Айрих в некоторых моментах был весьма неплох.
Седьмой раунд готовится к своему старту. Мы видим, как отдыхают спортсмены. Кристиан Хаммер и Константин Арих. Потихонечку они прибавляют в темпе. Очень осторожный поединок мы с вами наблюдаем. Но это понятное дело, тяжелый вес. Не хочется говорить избитые фразы о том, что каждый удар может стать последним. Но это действительно так. Здесь Арих неплохой эпизод продемонстрировал. Попадает Хаммер, но это не силовые удары. Но, тем не менее, он уже нашел ходы к голове своего соперника. Поэтому будет, наверное, туда стрелять. Вот порезче стал действовать Хаммер. Более взрывными кажутся его удары, но, по крайней мере, джеб. Пропускает справа Хаммер, но тоже не сильно. Рефери останавливает бой. Нет, не останавливает. Хороший удар по туловищу. Вот туда, в то самое место, под сердце регулярно метит Кристиан Хаммер. Здорово, подломил немножечко Константина Ариха. Кристиан Хаммер подломил. Не прошли просто так удары эти самые. Это неприятно Константину Ариху, это заметно. Пытается отвечать Арих, но безуспешно пока. Удивительно, почему все время лезет в клинч Кристиан Хаммер, хотя он гораздо выше. Мог бы совершенно спокойно расстреливать соперника с дистанции. Но нет, предпочитает действовать в несколько иной манере. Попадает Арих, посмотрите, как неожиданно. С двоечки, а как зашел. Не ожидал такого развития событий Хаммер. И седьмой раунд позади. Посмотрите, очень неплохо здесь защищается на ногах Кристиан Хаммер. Заставляет соперника бить мимо, вымахиваться. А вот здесь, конечно, Арих попадает. Тут вопросов никаких нет. Хорошо, четко достал своего соперника. И восьмой раунд. Seconds out. Ring frei. Round 8. Die achte und letzte Runde, meine Damen und Herren. Nochmal einen großen Applaus für die beiden Schwergewichtskämpfer. Так, уже и Арих начал работать комбинационно, но мы видели, что он попал в предыдущем раунде. Почему бы не развить свой успех? Спрашиваю я вас.
Хорошая комбинация. Правый снизу, левый сбоку от Ариха. Но тут же завязал соперника в клинче Хаммер. Естественно, потому что Кристиан выше ростом. Ему клинч не нужен. И не стоит ему, конечно же, зажиматься около канатов. Пока что с дистанции немецкий румын работал достаточно успешно. Сдвоенный левый получается у Хаммера. Двоечка очень короткая, очень быстрая. Полтора минуты до завершения восьмого раунда. Пока что никаких предпосылок к тому, что мы увидим с вами нокаут в этом бою, нет. Ну вот разве что действительно кто-нибудь не попадет вот таким шальным ударом. Поддерживают Кристиана Хаммера. Кристи, Кристи, кричат в Universum Hall. Очень низко бьет, конечно. Очень низко бьет Кристиан Хаммер. И последнее китайское предупреждение ему. Хотя уже несколько раз попал в бандаж своему сопернику румынский немец. И, возможно, уже следовало бы ограничиться не только предупреждением, но, возможно, и снятием балла. Возможно, рефери виднее, безусловно. Вот в таком обмене завершается восьмой раунд. По-прежнему очень сложно кому-то отдать здесь предпочтение, но... В данном случае агрессором, как правило, выступает именно Кристиан Хаммер. Может быть, ему небольшое преимущество. Может быть. Потому что Айрих, мы видим, также не отстаивал. Айрих то что-то пытался сделать, шел вперед, работал комбинационно. Seconds out, ring frei, round 9. Девятый раунд, так называемые чемпионские раунды, но поединок-то у нас с вами не титульный, поэтому никаких чемпионских раундах, конечно, речь не идет. Просто последние раунды. Размоталась перчатка у Ариха, надо... восстановить справедливость в данном случае. И что мы слышим? Есть также в зале болельщики, точнее болельщицы у Константина Ариха. Не все одному Кристиану Хаммеру наслаждаться людской славой. Пытается атаковать Константин Арих, но без подготовки бросается на соперника, поэтому готов. Вот только не сейчас был Кристиан Хаммер. А почему не готов? Ну, потому что левой рукой подготовил, неплохо прикормил и дальше ударил. Здорово, очень хороший эпизод был для Константина Ариха. Что касается Кристиана Хаммера, то была у него также определенная любительская карьера. В 2004 году выиграл он чемпионат Румынии. В 2006 году выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров.
Здесь хорошо проверяет левым боковым Кристиан Хаммер. Напомню еще раз, что в предыдущем поединке Кристиан Хаммер перебоксировал Кевина Джонсона, бывшего претендента на мировую корону. 30 секунд, чуть больше до завершения 9-го раунда. По-прежнему темп не очень высок. Не так много хороших точных попаданий мы с вами видим. Вот нас графика так жестоко обманула. Еще 20 секунд было боксировать, но раунд на самом деле закончился. Ну что ж. Может быть, в 10-м раунде сейчас нас спортсмены порадуют какой-то искрометной рубкой, хорошим настоящим боем тяжеловеса. Потому что здесь, в общем-то, в этом поединке присутствовало все, кроме, наверное, разве что темпа агрессии, такой настоящей молодой тайсоновской агрессии. Ну, наверное, таких людей, как Тайсон, в ближайшем обозримом будущем нет, не было. И прошлого, кстати. Десятый раунд, заключительный. Очень уважительно поприветствовали друг друга спортсмены. Ну что ж, заключительные 3 минуты. За кем же они останутся? Хорошая двоечка опять от Хаммера, но без акцента. Просто на скорость бьет Кристиан Хаммер, так набрасывает. И снова удар ниже пояса, показывает Константин Айрих. Ну да, когда работает по туловищу, Хаммер действительно он бьет низковато. Вот хороший левый боковой от Айриха. Встряхнул немножко своего соперника Константин. И правый боковой доводит до цели. Недоволен действиями соперника Константин Айрих. И высказывает это открыто судей. Попадает сейчас Константин. Уроженец Казахстана. Мы знаем, что в Казахстане очень серьезная школа любительского бокса. И казахские боксеры конкурируют и даже выигрывают эту конкуренцию и у россиян, и у кубинцев, и у многих-многих других. Ну аж когда был чемпионат мира в Казахстане по боксу, тут уж понятно, что казахские боксеры блистательно себя проявили. Ну вот некое подобие активности мы видим в заключительном 10-м раунде. Есть попадание как с одной, так и с другой стороны. Чуть придавил голову к канвасу оппонента Кристиан Хаммер, но еще раз подчеркиваю, это все профессиональные издержки. Минута до завершения боя. Интересно было бы посмотреть статистику этого поединка. Какой она будет? Сколько ударов было выброшено, сколько пришли в цель? Сколько ударов было выброшено за раунд, силовых ударов. Очень интересно глянуть. 30 секунд осталось. Вы не думайте, друзья, я не жду прям совсем уж, когда этот бой закончится. Интересно, кстати, послушать судейские записки. Что скажут судьи относительно победителя этого боя зрелищного. Завершен поединок. Видимо, душа поэта в лице судьи хронометриста также не выдержала, не вынесла. И он дал гонг не то чтобы раньше, да, но
походило на то. Вот, очень хорошая комбинация в исполнении Константина Ариха. Ну, где же он раньше-то был, все 10 раундов? Видели мы также, как болтанул Ариха после ударов Кристиана Хаммера. Итак, чью же сторону сейчас примут судьи? Кому они дадут победу в этом рейтинговом поединке? Отдыхают спортсмены, но вот почему-то не раздеваются пока. Во всяком случае, это касается Константина Ариха. Перчатки не снимают, но вот Кристиан Хаммер решает разоблачиться. Никаких дополнительных раундов не будет, разумеется. Да и не надо. Итак, давайте услышим уже, кто выиграл эту схватку. Sieger des Kampfes nach 10 Runden einstimmig. It's Hammer Time, Christian Hammer. Кристиан Хаммер одерживает победу, я думаю, абсолютно заслуженную по делу. Но этот бой нельзя назвать супер зрелищным, супер каким-то запоминающимся. Понятное дело, что журнал Ring не включит его в список боев года. Но так или иначе, сейчас фото на память, все довольны. Арих тоже, мы видим, не особенно ты расстроен после 3 поражений к ряду. Поздравляем Кристиана Хаммера с этим успехом. Не знаю, каковы его перспективы в супертяжелом весе. Наверное, надо посмотреть противостояние с бойцами более высокого уровня. Ну, а что касается Константина Ариха, то он, наверное, выступил на своем уровне, не выше, не ниже.